Привет, дорогие подписчики, а также зрители нашего канала. С нами снова я, Валдай. Мы продолжаем проходить замечательную игру под названием Alan Wake. А в предыдущей серии мы прошли, оказывается, через свалку полностью. Вот он уже выход. И продолжаем ехать на озеро Колдрон, чтобы спасать нашу любимую. Чтобы спасти ее. Вытащить ее из лап тьмы. Ну что, поехали? Потихонечку. Надеюсь, что осталось уже недолго, потому что дорога на самом деле достаточно утомляющая и сложная, блин, столько гадов на пути нам встретилось, которые пытались нас убить. Пытались остановить нас всеми доступными способами. Но у них ничего не получилось, да и не получится наверняка. Потому что уж слишком сильно наше желание. Так, давайте, наверное, тут выйдем. Во-первых, сохранение, а во-вторых, тут боеприпасы наверняка есть какие-то. Надо проверить. Так, батарейки, револьвер. Ну, револьвер у нас полный боеприпас. Полный боекомплект. Ну что ж, отлично. Follow. Следуй, стрелочка наверх. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Так, а как нам спуститься вниз? Просто прыгнуть? Ну давайте просто прыгнем. Сейчас наверняка полезут эти сволочи. Так, куда здесь идти? А вот оно что, толкнуть. Да, тяжело такая, наверное, вагонетка-то, я думаю. Ну, совсем нелегкая. Так, а куда это мы выбрались? Какой-то внутренний двор какого-то дома непонятного. Так, фонари кругом, значит, сейчас снова полезут гады, это верный признак. Ну что ж. Ладно, пускай попробуют. Световая граната. О, помповое ружье, то, что нужно. 20 патронов. Отлично, 24 даже. Просто супер. Ну, теперь мы во все оружие, и теперь нам ничего не страшно. Как говорится, сам черт не страшен. Так, а куда нам идти? О, блин. Обалдеть, конечно, эти вставки пугающие, реально. Все, что ли? Один только был? Блин. А нет, не один, вот еще один как минимум. Обалдеть, блин, 4 патрона помпового ружья с него садить, чтобы он умер. Какие же они мощные гады-то. Так, ну и что у нас здесь? Кто-то еще есть, нет? Да, видно, что эта темная сущность на самом деле бесится очень. И то, что... Ох, нифига, сколько их подбежало-то. Посмотрите только на это. Обалдеть. Так, давайте-ка фонарем их сжигать всех. Всех дружно. Офигеть, блин, как много их подбежало. Так, ну же. Блин, охренеть, просто охренеть. Ну давай, подходи. Так, давайте-ка, знаете, что ракетницы у них стрельнем, наверное, просто и все. Так будет гораздо проще. Блин, второго не убил. Ну ладно, второго мы так добьем. Фух. Ну это было не очень трудно, на самом деле. Ну, просто повезло, что у нас много патронов.
Если бы у нас был просто револьвер и обычный фонарик, то нам бы пришлось очень туго. А так, конечно, с таким большим фонарем и с помповым ружьем нам, в принципе, все это показалось не очень сложным. Так, очередная какая-то тележка. Давайте снова толкнем. Впереди я вижу страничку рукописи, но, возможно, там что-то еще будет интересное. Офигеть, у нас целых 9 сигнальных ракет, это очень много. Так, ну и что, здесь все, больше ничего нету? А, вот сюда нам, наверное, теперь. Так, а куда теперь? Наверное, к фонарю. К спасительному свету и к сохранению. Ох, блин, как страшно. Оказывается, сзади меня кто-то бежал. Блин, надо чаще оглядываться. Нахренеть так далеко еще, оказывается. Я думал, все, мы уже на полпути. Точнее, уже, ну, на конце пути. А оказывается, нет. Еще только середина. Не думал я, честно говоря, что городок Брайт Фоллс такой большой, сколько мы ехали на машине. Так, отлично, боеприпасы для ракетницы, это очень хорошо. Давайте ее сразу перезарядим. Так, и, наверное, нам вниз. Не очень мне все это нравится, конечно, но выбора у нас нету. Как такового. Поэтому пофигу, поехали. Прокатимся на вагонетке. Блин, на самом деле стрёмно по такому мосту ехать, по разрушенному, раздолбанному, старому, скрипящему, но вот такой вот вагонетке. Ну и, конечно же, с кучей птиц, куда же без них. Мои любимые вороны. Так, все, приехали. Как отсюда выбраться теперь? Хей! Что за бред? Как выбраться отсюда? Ничего не понимаю. О, все, понятно. Просто в другую сторону, оказывается, надо было. Блин, и снова жестко сгущается туман, и это... В этом ничего хорошего нет. Так, радар показывает туда, но давайте сначала разберемся наверх, посмотрим, что там такое. Мне кажется, там может быть что-то интересное. Хотя, кстати, а, ну да, ну сюда и надо было, оказывается. Ну тогда давайте, наоборот, слезем вниз и спустимся туда, к фонарю. Возьмем, если там есть боеприпас, ну и сохранимся. Насколько вы помните, сохранение происходит в свете фонаря. То есть так называемый чекпоинт или контрольные точки. В этих местах. Так, этот ящик не открыть, к сожалению, да? Этот наверняка тоже. Ну что ж, понятно, тут, в принципе, больше делать нечего. Полезли обратно наверх. Еще одна вагонетка, снова надо будет толкать ее, что ли? А, нет, в принципе, мы так сможем пройти. Хотя, наверное, лучше протолкнуть, чтобы она тут застряла, и мы через нее перебрались, наверное, как-то так. Так, ну же, давай скорее, пока птицы снова не налетели. Толкай ее, Алан, толкай. А, нет. Это было бесполезно. Ну ладно, будем знать. Черт. Так, бежим скорее, пока они снова не вернулись. Ну, уже возвращаются. Так, что у нас там? Даже знать не хочу, честно говоря, что у нас там. Там такая пропасть. Ну его нафиг. Так, кто где? Угу. Понял. Понял, понял. Опять эти темные пятна на земле.
которую, если наступишь, будет больно. Да что ж ты будешь делать, а? Блин, как мне нравятся эффекты тумана в этой игре, конечно, это просто что-то с чем-то, они очень классно реализованы, на мой взгляд. Очень правдоподобно и здорово. Так, и вот я уже вижу, ребят. Давайте все вместе соберетесь, и я вас одновременно всех убью. Так, нет, давайте вот сюда лучше отойдем. Вот так. Это было красиво. Сразу троих одним выстрелом. Ну и остался последний. С ним-то, может, как-то справимся. Как-нибудь. Так, здесь у нас снова свет фонаря. Значит, снова сохранение. Не нравится мне это темное здание, мрачное. Сейчас ведь наверняка кто-нибудь вылезет. Блин, жалко, мало патронов осталось в помповом ружье. Когда оно кончится, будет как-то потруднее, мне кажется. Так, ну я ошибся, к счастью. Из этого здания никто не вылез. Ну и давайте скорее покинем это темное место и пойдем в еще более темное. Вот туда прямо. В очередной страшный темный лес. Такое ощущение, что Bright Falls со всех сторон окружен просто какими-то такими непроходимыми страшными дебрями. Просто такой лесной чащей. Давайте... Ух ты, черт, что это такое? Да ладно. Так. Тут, мне кажется, пора что-нибудь зажечь. Дабы было не так страшно. Где ты, гаденыш? Ну же, покажись. Понял. Сзади. Ну давай ты уже, иди сюда. Вот так. Отлично. С одним справились, но, блин, смотрите, какой туман. Вот там я вижу генератор, давайте скорее постараемся включить его. Ну, конечно же. Так, ну нафиг. Отлично, как раз последний патрон в помповом ружье. Что, конечно, меня сильно огорчает. Ах ты черт. Не вовремя нажал кнопку. Отлично. Спасительный свет. И боеприпасы для дробовика. Супер. Просто супер. Так, ну еще 4 патрона. Не бог ведь что, конечно, но тем не менее лучше, чем ничего. Так, куда нам? Сюда? Вроде бы да, вот там что-то наверху сверкает. Охренеть, блин. Ах ты сволочь, нифига сразу просто столько жизни снял. Ах, он еще и не один, блин. Вот это будет труднее, кстати. Убил его, интересно, или нет? Или просто ранил? Что-то мне подсказывает, что просто ранил. Но хотя звуки эти пропали. Ай, появились другие, еще более страшные. Блин, жесть, что здесь происходит сегодня? Это просто что-то с чем-то. Тихо, 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 ребят, тихо. Тихо, тихо. Так, давайте вот это включим. Мне это больше нравится, честно говоря, чем ракеты. Ой, чем гранаты. Гранаты, конечно, крутые, но... Они как-то быстро кончаются. Блин, а куда нам идти? Я нифига не понимаю. Вот сюда. Лодка, нифига себе. Вы только посмотрите на это. Откуда здесь сидят лодки-то?
Жесть. Так, где ты, чувак, выходи. Ну же, давай. Вот он. Черт. Блин, я испугался. Их тут двое, оказывается, черт побери. Это печально. На двоих один патрон в помповом ружье остался. Ах ты жесть, не вовремя как. Батарейка закончилась. Это ж просто пипец какой-то. И еще раз. Так, один есть. Теперь второй. Нет, не уйдешь. Отлично. Ну давай, подходи. Вот так. Да, но с двумя, конечно, справиться труднее, блин, они крутятся вокруг тебя, как, не знаю, как сумасшедшие просто-напросто, и, блин, и резко нападают со спины. В этом вообще ничего хорошего нету. Блин, просто обалдеть. Вы только посмотрите, что происходит. Да, эта серия получилась просто перенасыщенная экшеном. Вообще, это просто что-то с чем-то, блин, офигеть. Фу, отлично, еще одна контрольная точка. И теперь, если мы умрем, нам придется проходить все это по новой, потому что, блин, это был бы ужас. Так, отлично, еще 4 патрона к ружью. Ну и продолжаем наше путешествие. Так, куда нам идти? Нет, вроде сюда. Да ладно. Я думал, все, мне кранты настанут. Нет, повезло. Черт, блин, как страшно. Жесть. Да, темной сущности явно не нравится, что мы идем. Что мы идем по ее душу. Фу, какая мерзость. Так, отлично, еще одно сохранение. Да, это, конечно, был опасный участок дороги только что. Так, что написано? The Taken Our Filed Darkness. Ну, то же самое, типа, что... типа, они были поглощены тьмой, там, бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное. Тьма... Wears her face. Тьма окутала ее лицо. Так, а вот здесь тайник, походу, дела должен быть. Вот он, да, отлично. Сигнальные ракеты, ставые гранаты, офигеть, у нас столько уже всего на сами этого добра, я не знаю, что ж там будет такой за босс в конце, раз нам столько дают боеприпасов. Лучше бы, конечно, дали патроны к дробовику, потому что, блин, 4 патрона маловато. Тьма контролирует вот этих вот охваченных тьмой, ну это, в принципе, понятно. А вот, собственно, и патроны, и даже новое ружье. Помповое ружье и боеприпасы. Супер. Так, а куда нам теперь? Судя по всему, куда-то сюда. Нет, ну тут бы я прыгать не рискнул. А вот здесь, наверное, придется рискнуть. Хотя нет, это же тоже не туда. Подождите, куда нам идти? Ай, что же сделал? Вот ты дурак. Зачем я упал? Так, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Нам вот сюда, в эту сторону. Ну, значит, наверное, здесь надо спрыгнуть. Ну да, вот, определенно здесь. Провода под током, да, обалдеть. Везде хаос, разрушение. А вроде такой красивый город был, так все клево начиналось в первой серии.
Писатель приехал со своей супругой провести замечательный отпуск в спокойном и тихом маленьком городке. И вот как оно все обернулось. Я слышу звуки бензопилы, или мне показалось? Да, я определенно слышу звуки бензопилы. Так, окей. Еще один. Какой ты бессмертный, дружок. Так, ну в этих, блин, я не знаю, как попадать на самом деле. Ох, нифига его заплющило как. Ах ты черт! Вот этого я не ожидал. Ох, отлично. А провод-то, оказывается, мне очень даже помогает. Блин, жесть, все, не все? Вроде все. Так, а где там что загорелось-то? Где-то какой-то подъемник, вот он. Еще двое ребят. Зря только потратил сигнальную ракету, но в принципе нас их много. Реально много. Поэтому ничего страшного, наверное, в этом нет. Так, использовалось. И что мы сделали? А, понял. Опустили лифт. Да, не хотел бы в такой деревушке жить. Вот так вот выйдешь ночью куда-нибудь, там, не знаю, воздухом подышать и все. И не вернешься. Ну, слава богу, еще одно сохранение. А вот то, что лампочка вот так вот разбилась, это, конечно, не очень хорошо. Это дурной знак. Мне кажется. Так, а где этот выход? А, вот он. Еще одна страничка. Ах ты черт. Так, один ушел. Второй тоже. Теперь вот это все, баррикада. Блин, там еще что-то, да? Что-то прыгает в нас. Черт, не умереть бы на самом деле. Так, одну бочку уничтожил. Где еще одна? Вот. Отлично. Теперь корабль. Да что ж ты будешь делать? Еще ребята. Еще гости. Да блин, два раза промахнулся. Ты какой ты живучий. Так, где еще один? Не попал, не попал. А вот я попал. Ух ты, блин. Как долго. Ах ты, черт, еще один. Даже не один. Они, видимо, так и будут тут переть напролом, пока я не разрушу эту баррикаду. Так, где он? Вот он. Так, скорее, скорее, скорее. Почти все. Ну, уже еще чуть-чуть. Отлично. И баррикада разрушена. Правда, это ущелье тоже мне не внушает доверия совершенно. Вдруг какой-нибудь обвал случится или что-то еще. Охренеть. Собственно, только я в этом сказал, и тут же вот он. Делай, говорит, что велено, нет?
Извини, дорогая, но нет. Я иду спасать свою супругу. И меня не остановит ничто на этом пути. Нейтрализовать торнадо. Охренеть, как это сделать? Вы только посмотрите на это. Это ж просто обалдеть. Да уж. Так, наверное, вниз надо спуститься, я так полагаю. Или нет? Охренеть, просто охренеть вообще. Это просто финиш. Вы только посмотрите на это. Блин, стрёмно. Очень стрёмно. Я даже не могу разговаривать, просто это вообще это просто какой-то кошмар. Так, и как же нам остановить-то, интересно? Еще ниже прыгать? Давайте попробуем. Ох, блин, еле успел. Я думал, все, финиш. Ну нет, все в порядке. Давайте попробуем, наверное, туда кинуть гранатку. Я думаю, ему это не понравится точно. Вроде, кстати, да. Вроде не очень нравится. Давайте еще разочек. Поближе. К эпицентру. Ну я почему не взорвалась-то? Еще одну. Вот, супер, отлично. А ракетница, кстати, еще же есть. Давайте пробуем с ракетницы тра пострелять. Да. Вот то, что нужно. Просто жесть. Мне кажется, что чем больше я стреляю, тем злее он становится. И вообще, правильно ли я делаю, я, честно говоря, сомневаюсь. Ну, вроде бы да. Вроде бы так и нужно делать. Так, еще боеприпасы. Светом самое сердце. Ну да, я так и делаю. Все верно. Блин, просто жесть. Вы только посмотрите, что происходит. Обалдеть. Не хотел бы сейчас оказаться на месте нашего дорогого Алана Вейка. Вот на таком шатком мостике перед такой стихией. Ну когда же уже будет все? Сколько можно по тебе стрелять? Торнадо. Или я все-таки что-то неправильно делаю? Надо было, наверное, ближе подойти. Неужели все это время я просто так палил? Так, птички. Все отлично. Охренеть. Просто охренеть. Вот оно. Озеро Колдрон.
dream. It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed, and I'll make you forget all about your... Ну да, конечно. Так я вернулся к тебе в постель. Why are you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still one foot in a dream. You're not making any sense. Come back to bed. Нет, пожалуй, не буду возвращаться к ней в кровати. И, пожалуй, наверное, на этом нам нужно закончить. Поскольку время не резиновое, оно подошло к концу. С вами, как всегда, был я, Валда. Это была игра Alan Wake на канале Epic Type. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось это видео, и ждете продолжения. Пишите ваши комментарии, для меня очень важны они. Ну и до новых встреч. Всем пока.